Сегодня же в республику с рабочим визитом прибыл председатель Промсвязьбанка Петр Фродков. Напомним, в прошлом году Кабинет министров Чувашии и Промсвязьбанк заключили соглашение о комплексном сотрудничестве. Этим летом банк планирует построить в столице Чувашии центр уличного баскетбола. Все совместные проекты, которые Промсвязьбанк и правительство Чувашии намерены реализовать в республике, направлены на социальное развитие региона, повышение качества и доступности банковских услуг. У нас большой спектр проектов, как я говорил, мы их делим глобально там на три части. Еще раз говорю, предприятия оборонно-промышленного комплекса, с одной стороны, сопровождение гособоронзаказа этих предприятий, и это финансирование предприятий малого и среднего бизнеса, например, в рамках антикризисных мер, которые были реализованы в прошлом году, банк занял здесь второе место по объему поддержки подобного рода предприятий. Ну и, конечно, вопросы, связанные с поддержкой сотрудников этих предприятий, ипотечной программе. В общем, по всему спектру задач, которые стоят перед республикой. Сегодня Промсвязьбанк обеспечивает финансовую маневренность крупнейших предприятий Чувашии, активно развивает ипотечное и потребительское кредитование, участвует в приоритетных проектах социально-экономического развития. Я знаю, вы по линии Союза машиностроителей взяли ответственность за Чувашскую республику. Для нас это очень почетно и, скажем так, вселяет дополнительную уверенность, что мы добьемся больших успехов. Одним из тех промышленных предприятий республики, которые активно пользуются преференциями от Промсвязьбанка, является концерн «Тракторные заводы». Во многом, благодаря партнерству с банком, заводы находятся на подъеме. Особенно в прошлый ковидный год там была оказана существенная поддержка с точки зрения лизинга. То есть мы нашли покупателей именно под финансирование Промсвязьбанк лизинга на наши вагоны. Да, это позволило нам перезапустить производство, которое в начале ковидной истории было остановлено. Кроме этого, у нас реализуется совместный зарплатный проект, и мы обсуждаем на базе этого зарплатного проекта как раз еще там дальнейшем ипотека, еще какие-то льготные инструменты, которые будут доступны именно нашим работникам. Промсвязьбанк активно поддерживает малое и среднее предпринимательство. Фотопроект «Бизнес в объективе» наглядно это иллюстрирует. Вот такое лицо у современного предпринимателя. Все герои выставки являются клиентами ПСБ и вносят существенный вклад в развитие своей сферы деятельности, а значит, экономики Чувашии.